композитор, поэт, исполнитель Юрий Шевчук. Один из немногих нынешних российских музыкантов, кто обладает способностью оказывать огромное влияние и убеждать силой звука, слова. Он честен и никогда не работает на потребу публики. Шевчук – личность. В каждом слове его песен огромный смысл и убежденность. Ему веришь. А ведь именно веры так не хватает всем нам сегодня. Сейчас главное, что не хватает, это веры. На самом деле не денег, и дело не в хлебе, по самому большому счету, а именно в вере, потому что люди сейчас очень многие живут так, как говорил один император, после меня хоть потоп. На самом деле мы вечные, тела не вечные наши, а души-то вечные, и очень важно будет это знать, то есть очень важно. И тогда ты не будешь, наверное, творить каких-то гадостей, как-то, потому что с тебя спросят, на самом деле, высший суд, я верю в высший суд, и он есть. На самом деле я в этом убежден. К этому меня привело творчество, что человек думает как Бог. А почему он думает как Бог? Потому что он изучает и познает этот мир, значит, он ему понятен. Но человек высчитывает звезды, строит вот этот стол, эту чашку. Он думает, как Бог часто. И чем больше будет у нас Божьего, когда мы уйдем на свет иной, в мир иной, тем больше мы сохранимся как личность там, за чертой. А если мы будем только телесные, то мы рассыпемся в прах. Это и есть ад. Это очень важное знание. И к этому очень тяжело прийти. Я долго шел. Но я искренне верю в это. И в стране Россия встанет Россией, когда она вернет в себе. И когда Россия, и каждый из нас будет чаще думать как Бог, а не как зверь. Понимаете? Когда мы все будем почаще думать. Меня отпевали. Шевчук по-настоящему образованный человек. Он, кстати, хорошо знаком с работами Платона, Сократа. Наверное, именно поэтому считает, что главное зло не внешнее, а то, что внутри нас. Немногие согласятся с этим. Мы не обременены философскими и библейскими знаниями, и потому плохое чаще видим в других, а сотворив зло, возлагаем ответственность за содеянное на кого угодно, только не на себя. Многие из политиков говорят, вот эти вот ребята, вот вы им не верите, они все злодеи, страшные злодеи, они друг друга опускают, как это говорится сейчас, такой модный язык. На самом деле зло в нас самих, и очень болезненно, и очень тяжело именно зло из себя вот выкачать. Ну мы зло в себе-то мы никогда же не замечаем, мы такие от скромности или не афишируем, или как-то мы в основном про других. Что вообще для вас свято, вот от чего вы ни при каких обстоятельствах не откажетесь? Или, например, вот такой вот так, если вопрос поставить, какими должны быть обстоятельства, чтобы вы смогли предать себя самого? Ну как, ну это сложнейший вопрос. Предать себя самого мне бы не хотелось, честно говоря. Вы знаете, иногда в жизни бывает так вот, да или нет. И бывает очень легко выбрать, конечно же, нет, я не пойду на это предательство. Есть такой порыв, очищающий душу, можно стать героем, даже, да, совершенно того не желая. Но бывает ситуация вторая, когда вот это вот «да» или «нет», это предательство, оно наступает постепенно, незаметно для себя самого. Когда ты, как вот не люблю это слово «звезда», и потихонечку обрастаешь жиром, и действительно уютом и теплом, и становишься конформистом, и начинаешь просто на жизнь как бы смотреть немножко уже иначе. И в ресторанчиках выпивать с нужными людьми,
А потом тебе уже их не за что и критиковать, и так далее, и так далее. А вроде бах, и уже в чужом лагере, где как раз в чужом мире, где царят вот эти циничные, ужасные отношения. И я просто думаю об этом и стараюсь не сползти. Ваша самая большая любовь и ваша самая глубокая привязанность? Я всегда вот почему-то на такие вопросы мне сложнее всего отвечать. Ну, я буду нескромным, но я скажу точно, это место, где я живу и работаю, это Россия. Просто. Если честно. Ну, это, наверное, видно из моих песен. Разговор, фрагменты которого вы только что видели, был записан накануне концерта, того единственного концерта, который дала группа ДДТ и Юрий Шевчук в Магнитогорске. После я поняла и сказала об этом Юрию, что лучшее его интервью – это концерт, после которого, кстати, хочется помолчать. Потому что любое слово, любая реплика, любое рассуждение банальны в сравнении с ощущениями, которые остались после выступления группы во всех нас. Поэтому единственное, что я хочу сказать в завершении – браво, маэстро, и дай вам Бог, и нам вместе с вами – любви, мудрости и веры. Что останется после меня? Это все, что возьму я с собой –